Всем привет! В общем, мы опять пришли по грибы и в Павловск именно. Собственно, если что будет, я вам засниму. Вообще-то должны быть опята, но да. И первая мама нашла очень красивый мухомор. Мы давно не видели мухоморов. По крайней мере, я, вы не знаю. Вот покажу вам со всех сторон. Маленький, красивенький. Мама сегодня жжет по мухоморам. И нашла еще один миленький, торчащий из-под земли мухомор. Она еще нашла, кстати, подберезовик. Ну, еще там было несколько опят. Вот. Вот так вот. А я пока что ничего не нашла. Папа тоже не отстает от мамы и ищет мухоморы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. Вот 10. И ну, где-то 11 был, но... А, вон там маленький сейчас. Вот. Вообще мы нашли еще грибы нормальные. Ну, это тоже нормальные грибы, но не буду сейчас о них говорить. Как бы, почему мне не показать еще и мухоморы, которые я нашла уже, а? Вот еще один. И... Вот у нас мухоморчик. Такой вот вон красота. Под конец, так уж и быть, сниму вам. Вот тут у нас подберезовики. А еще я нашла три масленка, которые сейчас собирает мама. Четыре. Вот. Я могу к тебе подойти? Ой, четвертый какой-то странный. Покажи. Четвертый это не масленок. Ну, вот тут сорвали мы вот. Уже. Красота. В общем, вот так вот. В общем, мы собрали тут чуть-чуть грибов. Как бы вот белые тоже есть, как говорится. Ну, это папа нашел. Фокус не настраивается. Вот. Что я могу сказать? Хорошо. Опята, подберезовики, белые. Что еще было? Вот. Так что вот так вот увидимся с вами, может быть, еще. Ну, вот, кстати, мы грибы, мы еще не вышли из Павловска, так что, возможно, мы еще что-нибудь найдем. Но я уже, скорее всего, снимать не буду. Вот. До свидания.